Как кризис действует на меня? В плане питания я все-таки следую своей стратегии, побольше овощей. Купила овощную смесь, добавила туда одну морковку, одну луковицу, чеснок, зелень. И, в общем, думаю, что вот целая сковородка получилась. В итоге вот овощная смесь обошлась в 150 рублей. Сейчас говорят про огромную инфляцию. Я не знаю, сколько стоила такая овощная смесь раньше. Но я купила нашего домашнего производства. Там были импортные овощные смеси. Но купила вот наши отечественные. В Оланду я тоже всегда стремилась купить родные Абсолют и Титан. Вот. Есть еще у меня вот тут две котлетки. Не очень выглядят презентабельно, но они вроде как очень-очень вкусные. Вот добавлю туда зелень, огурец, помидор. Есть еще вот у меня молочные продукты, вот творог 5%. И для себя обнаружила греческий йогурт. 2% жирности, в два раза больше белка. И он, знаете, по консистенции похож на сметану. И вот творог со сметаной, я думаю, сметана там 15-20% жирности. А в этом твороге, йогурте, всего 2% жирности. Ну, можно еще там вот фрукты покушать. Конфетки у меня есть. Но все равно стараюсь вот как-то придерживаться своей стратегии здорового питания, овощи. Немножечко мяса. И вот так вот будем живы, не помрем.